Німеччині, підписання пакту Молотова-Ріббентропа пройшли сьогодні по всій Естонії. Костер акції «Балтійський путь» був зажжен на границі Естонії з Росією в місті Нарві. Но не тільки скорбну дату в історії естонського народу відмітили сьогодні мітингами. Кланням естонського телевізора і радіо, освобожденні від воєнних телебашні Таллина, які ще вчора стояли в окруженні мощних барикад, прийшли сьогодні люди, щоб виразити радість по поводу победи демократичних сил в Совєтському Союзі, Росії, Прибалтики. По решению эстонского правительства уже освобождены от занимаемых должностей ряд руководителей на местах, которые поддерживали активную попытку государственного переворота. Закрыть радио и телевидение «Надежда», которые вещанием с территории военных разделений поддерживали антиконституционные силы. Сегодня утром для встречи с Борисом Ельцином в Москву отправился председатель Верховного Совета Эстонии Арнольд Рюттель. Estonian People's Deputies was sent to Moscow today for a meeting with Gorbachev. Слідбою древнего латышского городка Бауска через всю Латвию, вкруенный, что на границе с Эстонией. Сотни гигантских костров. Hundreds of huge bonfires were отношение народа к событиям 23 августа 1939 года. Bonfires are a memory of set in memory of recent events. Мерцающие экраны телевизоров, длинные часовые очереди за хлебом, не работает транспорт. In recent days, we've seen on the television screen long lines for bread, public transportation not working, tanks on the streets. It was horrible. It was a nightmare. Can this really happen in this country, or can it only happen in another world? Государственном статусе Латвийской Республики и постановил, что с момента принятия этого закона Латвия является независимой демократической республикой. Sovereignty of Latvia, which declared that from the moment of its adoption, Latvia is a free and independent democratic country. Только мудрость политических решений способна сегодня дать свет мира по-настоящему демократической, достойной человека жизни. Give this law real meaning. The USSR State Bank communicates that as of August 24th, authorized banks will renew selling foreign currency to Soviet citizens who are traveling on private visits abroad. Politics and space exploration are connected. Today at the Mission Control Center, M9, орбитальной станции «Мир». Каждая стыковка со станцией — это волнение всех собравшихся в центре управления полетом. Ведь на памяти не очень гладкие причаливания модулей, пилотируемых кораблей, грузовиков. Так «Прогресс М7» в начале года едва не протаранил станцию. Но сегодня в команде специалистов, собравшихся в зале управления, иные причины для переживаний. Ведь космическая отрасль — это часть военно-промышленного комплекса, руководители которого были организаторами государственного переворота. И теперь у инженеров, ученых появилось естественное опасение. Не растерялся бы в предстоящей реорганизации военно-промышленного комплекса, что такая реорганизация необходима, ни у кого нет сомнений, огромный интеллектуальный и технологический потенциал космонавтики, десятилетиями создававшиеся людьми, также далекими от заговоров и путчей, как «Прогресс М9», успешно пристыкованный к станции и доставивший на нее супергражданский груз, научную аппаратуру для предстоящего советско-австрийского полета, civilian purposes. Караван PQ-17 блуждает еще в океане среди причудливых айсбергов. The caravan of convoy of ships is sinking, continues to sink in the ocean. Караван входит в историю. This convoy is not will not reach its destination, but is entering history. We are still waiting for it, as though we have grown tired of waiting for the ships to arrive. А для этого и требовалась вся мощь кораблей, охранявших караван PQ-17. Потому они и оставили его.
Это был фрагмент нового документального документарного фильма, посвященного 50-летию начала морских союзных конвоев в нашу страну. В последние дни августа в Мурманске и Архангельске фильм PQ-00 и другие будет показан на первой программе 24 августа в 3:15 p.m. An Ilyushin-76 airplane has arrived from the Antarctic with its crew and all the equipment necessary for their survival there. For the first time in the history of Antarctic flights, an Ilyushin-76 has flown to the South Pole in winter conditions. The airplane was full of necessary provisions for the station there. Sports. Hello, comrades. As we already informed you yesterday, the match between the player from the Netherlands and Anatoly Karpov have entered the semifinals in the World Chess Championships. Ivanchuk and Yusupov's match stands at 4-4. So the fourth semifinalist will be determined on Saturday. And now about the World and European Championships. The main stadium in Tokyo was the site of the opening ceremonies of the World Athletic Competition. Representatives, athletes from many countries have arrived in Tokyo. The Soviet team was especially warmly greeted by people in the crowd at the stadium because of the triumph of democracy in the Soviet Union. The games begin there on Saturday. Планеристы на мужском чемпионате мира США, где киевлянин Игорь Гапович занял 3 первых места и 1 второе в скоростных маршрутных полетах. Валентина Топорова, завоевала в Англии звание абсолютной чемпионки Европы по планерному спорту. Has become the European swimming champion among women's teams. The USSR team has taken the lead. You remember our Soviet team got off to a bad start. And now the European champion, the European swimming championships. Проигравший в полуфинале испанцам со счетом 8-13, в финале встретятся команды Югославии и Испании. Our swimmers met the Yugoslavia in the finals, and they were more than successful. Елена Рудковская. Сегодня она завоевала свою вторую золотую медаль. Earned her second gold medal in 100-meter breaststroke. Составила и в ходе борьбы ее подруга по команде. Her close friend Svetlana Bondarenko was her closest competition. И выиграв у нее 94 сотых секунды, обновила рекорд страны. She broke the country record, the national record. Спортсмены Германии практически сразу же уступили лидерству. The German swimmers in 100-meter freestyle took the lead from the beginning. Вениамин Таянович и Александр Попов. Время победителей 3 минуты 17 11. The winner's time was 3:17:11, a new European record. Дистанция 400 метров вольным одной из наиболее трудных. Здесь нужны freestyle, which is one of the most difficult styles. Все эти качества проявил в Волгограде Евгений Садовый, победивший в Волгограде. Евгений Садовый from Volgograd won. Он опередил соперника на 7 сотых секунды. Советские прыгуны на этих соревнованиях earned highest praise at this meet. Владимир Тимошевин на 10-метровой вышке. Владимир Тимошевин from Moscow won highest honors. Сборная СССР 12 высших наград. His one. А серебро досталось Дмитрию Саутину из Воронежа. 12 medals.
Дмитрий Саутин. The USSR Meteorological Association predicts for tomorrow in the central region 17 to 23 degrees Celsius with scattered showers, in the central Black Earth region 19 to 24 with scattered showers, in the middle Volga 22 to 27 with scattered showers, in the Baltic Republics and Belarusia 20 to 25, but in Lithuania 22 to 27 degrees, in Moldova 22 to 27 degrees.